Вот она, вся благодарность. 50 фишек казино Гаморра. Ну, там еще опыта отсыпали, ну так фигня. Приветствую, друзья, мы возвращаемся в Fallout New Vegas. Я сейчас в казино Амерта, точнее в казино Гаморра, где мы разбираемся с обществом Амерта. Точнее, нет, это не общество, это клан. В общем, мафиозная какая-то семья Амерта. Мы здесь решаем вопросы вместе с Качино. Так, и вот сейчас я на какой-то этот... вот этот парень у меня квестовый тут, более ничего. Я хочу здесь осмотреться, потому что на этом верхнем полууровне, скажем так, я еще не был. Охота оглядеться. Так, out of order не используется. Так. Бармен — это просто бармен. И кучка других дверей. Начнем против часовой стрелки. Дверь, ведущая вниз. Интересненько, интересненько. Использовать ключ. А, все, я понял, где там Качино сидит. Замечательно. Еще одна дверь, которая ранее была закрыта, более мне не мешает. Все благодаря тем ключам, которые мне выдал Качино. И две закрытые, ну точнее, две красные дверцы. Сохранимся. Никто же на меня. Вроде ничего не произошло. Окей. Так, тут все тихо, и вообще что-то как-то особо ничего нет, только один вискарь. И так, вообще-то стоп, письменный стол, бутылочная крышка, 5 штук. Балуйте, балуйте, и больше ничего. Окей, кабинет Numero Dos. Тут уже, очевидно, интереснее, хотя бы потому, что тут есть журнальчик «Пистолеты и пули», но он мне не нужен, поэтому я его не буду брать. Сложный сейф. Так, 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 военная книга. И терминал Большого Села. Что-то мне подсказывает, что я сейчас в кабинете Большого Села. Давайте-ка терминал ломанем. Так, ломайся, терминал большой и маленький. Сюда, сейчас ищем директивы, убирающие заглушки. Очень странно, половина уже просмотрена, и еще ни одной не найдено. Вот они. Раз, два. Замечательно. Еще было бы неплохо убрать парочку. Так, стоп, нет, показалось. Так, не, ну серьезно. Где все это? Че так мало-то? Здесь... вот. Пользователь установлен. Это тоже немножечко не то, что мне бы хотелось видеть. А, ну ладно. Selecting. О! Ну, вообще-то я и так бы смог. Ну да ладно. Введите пароль. Сейчас сейф откроем. Да, я так и знал, что либо взломать сейф, либо взломать терминал. Сейф открыт. Что в сейфе? Записка о шантаже тройка. Прекрасно. Добавлена заметочка. А вот у меня уже и выполнилось. Все, давайте-ка поговорим теперь с самим Большим Селом. Уж коль скоро он у меня тут был в качестве квестового персонажа. А уже нету, да? Окей, интересно, он доволен? Так, друзья с Качино, у тебя ко мне дело? Какими делами вы тут занимаетесь? Мы держим отель. Какие ты думаешь, у нас тут дела? До свидания, Большой Сэл. Что ж, видимо, можно было либо поговорить как-то с ним, эти вопросы решить, либо, как сделал я, вломиться в его офис и решить все вопросы именно таким образом. Так, где-то... ты мне не нравишься. Охранник кассовой комнаты. Уф, так тут кассовая комната. Такое аппетитное местечко. Ну ладно. Нижнее лобби. Где-то прям должен я сейчас появиться рядом, да, с ним? Точно, точно. Вот и он. Здравствуй, Тройк. Давай быстрее, говорит. У меня есть доказательства твоего шантажа. Вот ведь подлюка. Какого черта? Дьявол. Спасибо тебе за находку. Тут доказательств достаточно, чтобы прикрыть мою задницу, если они захотят сдать меня любым властям. Ладно. Так что ты можешь мне рассказать об оружии, которое есть у Амерты? Они все держат в хозяйственном помещении в подвале. Не знаю, зачем они вооружаются, но точно не на благо человечества.
Как ты доставляешь оружие на стрип? Сам собой горжусь. Гениальный план, уж прости меня за скромность. Вся схема начинается с одного моего старого приятеля в республике. Он отвечает за упаковку и отправку грузов для сил НКР на стрипе. На части контейнеров он помечает, что там еда или медикаменты, а на самом деле грузит пушки. Дальше остается только подмазать пару местных шишек, чтобы дали мне забрать нужные контейнеры. Проще не бывает. Окей, пара вопросов насчет оружия. Как бы нам лучше... Откуда берется оружие, я уже узнал. Как бы нам лучше разобраться с оружием? В качестве хобби я тут сделал немного зажигательной смеси. Она горит как чертова задница и может расплавить почти все, что угодно. Я придерживал ее на тот случай, если семья меня кинет, чтобы хоть каким-то образом успеть отплатить. Красноречие. Если ты сам не установишь зажигательную смесь, я расскажу боссам, что ты затеваешь. Да я сам могу, в общем-то. Это, наверное, термитная смесь какая-то, так. Дай мне зажигательную смесь, и я уничтожу оружие. Okay. Ладно, вот тебе зажигалка, и вот ключ от помещения, где хранится оружие. Положи зажигалку на ящики. Я настроил внешний выключатель так, чтобы проскочила достаточно мощная искра. Как только мы закончим разговор, я тут же сделаю ноги. Не хочу оказаться поблизости, когда боссы узнают. Черт, а я-то что, хочу, что ли? Ключ от служебного помещения. А я уже вломился туда. Ну чё, пока, парень. Оп, ух ты, смотрите, как пятки-то засверкали, а? Окей, служебные помещения. Дверь уже взломана, чё, какие вопросы? Так, термитную смесь. Интересно, мне её в руки нужно будет взять? Скорее всего, нет. Наверное, вот эта штука будет активировать. Так, ну и куда ж тебя здесь разместить? О, поместить зажигательную смесь. Отличненько. Ещё надо куда-нибудь... Помещать зажигательную смесь сюда, поместить зажигательную смесь. Ну все, я понял. Примерно, значит, на эти ящики нужно помещать зажигательную смесь. Поместить. Прелестно. И вот сюда. Зажигательная смесь удалено. Детонатор, да. Ребятки, сюда. Что-то не больно-то охота его там оставлять. Давай-ка пробегай сюда. Опасные дела тут сейчас будут твориться, надо засейвиться. Детонатор. Воспользуйтесь. Так, возвращайтесь к Ачине и расскажите, что оружие уничтожено. Все. Зрение ко мне вернулось. Давайте осмотримся. Вдруг что-нибудь осталось? Нет, как и предполагалось, ничего не осталось. Хорошо, что я здесь побывал ранее и обшмонал сундучки. Так бы остался без пары снайперских винтовок. Неприятная, знаете ли, ситуация, остаться без пары снайперских винтовок. Так, следующий момент. Основной уровень — апартаменты. Я, наверное, пойду в апартаменты, потому что там есть еще один парень, с которым мне нужно решить вопросы. Экспресс-лифт в номера. И ключ у меня от него есть. Прекрасно. Все идет по плану. Че ты пялишься? Это ты пялишься. А я смотрю... Ну, тут я уже побывал. Вот сюда мне нужно. Да, тут уже все открыто. Еще раз осмотримся. Какое-то странное местечко. Ох, вот уж странное местечко-то, а. Так. Алкоголь. Жестяная банка, холодильник. Вдруг я что пропустил? Телевизор. Эти тумбы не активны. Окей. Вот здесь. Да, здесь я... Здесь я, конечно, был, но мало ли что. Так, о, металлический ящик. Финансовые расчеты, блок сигарет. Нет, не думаю, что это может быть кому-либо интересно. Поэтому и не надо. Restrooms. Тоже, похоже, ничего интересного. Ну что ж, ну ладно. Нет, так нет. Значит, идем наверх. Хотя, подождите. Вот это место, я не знаю. Какой-то фикус стоит. Дыра практически в стене. О! Так, ну пока он ходит, я туда смотрю вверх еще раз. Тун-дун-дун-дун-дун-дун. Музычка такая играет. Здесь что-нибудь есть интересное?
Вешалка какая-то. Украсть, украсть, украсть. Нет, я... Красть книги это как-то не по мне, пожалуй. Ну, все. По-видимому, у него тут ничего интересного. Хотя вот у него-то какая-то странная комнатушечка. Может, в холодильнике что спрятано? О-о-о. Я бы даже взял, если бы был завзятым ворюгой. Но я не ворюга, поэтому брать не буду. Ну что ж, парень. Где-то ты здесь ходишь. Вот он ты. Привет, Клэндон. Приятно познакомиться. Могу я чем-нибудь тебе помочь? Чем ты тут занимаешься? Да, всяким разным понемногу. Почему ты занимаешь в отеле номер люкс? Я близкий друг местной семьи. Заключаю в казино кое-какие сделки. Вот они предоставили мне апартаменты. А меня прислал к тебе Качина. Качина? Да, это имя мне знакомо. Но я не понимаю, зачем он тебя прислал? Он что, завтраки в постель носит? И это все, да? Еще раз давайте попробуем. Ну ладно, до свидания. Слушайте, может мне к Качина сходить тогда? Или... А что если мне обшмонать Клэндона? Ключ от клуба, ключ от комнаты, осколочная граната. Опасный парень, однако ж. Серьезно, что он здесь? Стоп. А, сломанный диван. Подождите. Показалось. Просто показалось. Ну ладно, чё. Тогда идем к Качино. Я просто не знаю, что еще можно придумать. Что-то почему-то ничего я с этим парнем сделать не могу. Хотя он у меня идет по квесту. Убивать его как-то тоже, честно говоря, не особо хочется. Казино, наверное. А, да, все. Все верно, заходим в казино, идем к Качино. Как минимум, у меня он сейчас есть как квестовый маркер. Наверное, по поводу отчета от тройка. Точнее, о том, что я разобрался с тройком. Качина. Чем могу помочь? Все пушки уничтожены. Ого, как тебе это удалось? Крепкая работа. Это подпортит боссам все планы. Какой следующий шаг, чтобы сорвать планы боссов? Теперь надо отрезать змее голову. Большой Сел и Неро должны умереть. А почему они должны умереть? Пока они живы, они смогут разыграть свой план заново. Пока тебе удалось только их замедлить, но я тебе уверяю, у них есть запасные планы. А, и как мы разделаемся? Так, что будет, когда боссов не станет? Когда их не станет, главным буду я. Не беспокойся, я тут наведу порядок. Так, еще рано заниматься боссами. И как мы разделаемся с боссами? Они слегка огорчены тем, что случилось с их планами, и попросили меня найти того, кто за это в ответе. У нас не будет другого шанса заманить их вместе в одну комнату. Я раздобуду тебе оружие, и мы их прикончим. От меня они ждут нападения. Но ты можешь достать их врасплох. Давай займемся боссами. Слушайте, ну это, кстати, на самом деле интересная тема такая. Так. Ладно, я возьму это на себя. Главное, дай мне знак, когда стрелять. Но, ух ты, соточку опыта. Давай. Черт. Черт, рано ведь. Я же не хотел, я думал рано еще. Черт, 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 черт. Так, ладно, почитаем сейчас про этот квест. Че у меня вообще о нем? Казино согласился. Качино согласился убрать боссов Амерты во время вашей с ним встречи. Подойдите к Качино, когда будете готовы. Ну, остальное все уже как бы все. Остальное все уже окончено. Больше мне делать нечего здесь. Только идти с Качино убивать боссов. К счастью, у меня тут есть одна волына, так. Где-то тут она у меня была в снаряжении. Так, 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 в оружии. Вот, она называется снайперская винтовка. Либо карабин. А если у меня патроны для карабина? Не, я бы, наверное, скорее снайперскую винтовку взял. Мне эта штука как-то ближе, знаете ли. Интересно, если я сейчас здесь достану ствол. Начну им размахивать. Меня правильно поймут вообще? Я думаю, все окей, да. У меня тут снайперка за спиной торчит, но все окей. Нормально, все в порядке. Ну давай, Качино, с богом. Сейчас мы с тобой будем разбираться с этими боссами. И наконец я выполню очередной раз квест. Так, подождите. А НКВ-ровский.
НКРовский-то вариантик за республику. Узнаете, что задумала Амерта, остановите их в случае, если они планируют противодействовать НКР. Но я думаю, что когда мы с Качино сейчас со всем этим делом разберемся, то после этого сразу можно будет ему намекнуть на то, что с НКР лучше не воевать. Так, большой сел и Неро. Так, типа поговорить, да, готовы? Давайте поговорим. Присядь на... О, что-то у меня с броней-то. Я так понимаю, ты в курсе, зачем тебя сюда позвали? Говорят, вы лишились нескольких пушек. Или без понятия. Ну, говорят, вы лишились нескольких пушек. Да, мы кое-что потеряли, гнида ты мелкая, но мы достанем новые пушки. Замедлить нас ты сможешь, но остановить никогда. Ты сдохнешь, ничего не добившись. У меня есть последняя просьба. Расскажи мне про ваш план. О, это, знаете, это в стиле Джеймса Бонда. Это надо послушать. Знаменитый оратор. То есть меня на понт взяли, и ты все это время без понятия про наш план? Ладно уж, проявлю любезность напоследок. Так. Так, расскажи мне... солгать. Неро мне ничего об этом не сказал, когда уговаривал тебя кокнуть. О, хороший ход. Вот гад, так я и знал, что кто-то наверху тебе помогает. Неро, ах ты двуличный ублюдок, я всегда знал, что этот день придет. Что, ребята... Началось веселиться, да? Качино, Качино, стреляй! А мне кажется, Качино сейчас сам справится, на самом деле. Готовенько. Ствол убираем. Любимец на стрипе, найс! Задание завершено. Так, и вот ты, парень. Гильза, нет, спасибо. О, кастет я возьму. Ключ от офиса. А, почему бы нет? Пароль. А, я все равно уже взломал, так. Засаленный. А где пушка? Позвольте. У него уже обрез был. Где его чертов обрез? А, понятно, похоже, где его чертов обрез. Ах ты ж шалунишка-то, а? Сразу обрез прихватил. Карабинчик. Неро патроны. Кастет. Ну и ключик тоже лишним не станет. Так, теперь нужно найти этого... Ну, этого. Ну, вы понимаете. Качино, в общем. Стоп, а куда меня квестовый маркер ведет? Хм, нет, подождите, я хочу поговорить еще с Качино. Это, наверное, он сидит, да? На, головорез Амерта, всего-то лишь. Качино. Нет, за республику, часть вторая, почитаем. Возвращайтесь к полковнику Мур, сообщите, что планы Амерты расстроены. Это совершенно чудесно. На самом деле, ну, мне все же хочется поговорить с Качино. Интересно, что он мне скажет. Я же вроде как ему, мягко говоря, помог сейчас. Он же теперь главный чувак здесь. Давай, присаживайся. Не хочешь? Ну, давай так поговорим. Большое спасибо тебе за работу, я тут наведу порядок, не беспокойся. Я собираюсь немного поиграть. Ну давай, конечно, благодарность за помощь, вот тебе фишки. Играй, развлекайся, 50 фишка казино Гамора добавлена. Мне пора. Вот она, вся благодарность, 50 фишек казино Гамора. Ну там еще опыта отсыпали, ну так фигня. Ну что ж, получается, действительно, уходим отсюда и идем к полковнику Мур. Причем полковник Мур же, по-моему, на дамбе. Это значит, мне сейчас на дамбу, а потом еще к Есмену. Ух, сейчас какой такой раут предстоит, прямо раут. Стрип Нью-Вегаса. Зато на стрипе у меня сейчас уже хорошая репутация, это не может не радовать. Меня, по крайней мере, уж точно радует. Текс, надоело выкидывать вещи, чтобы добраться до нужного места. Со способностью дальние странствия вы сможете пользоваться быстрым... А, да, там же есть способность, которая позволяет во время... А где мои пушки? А, вот, все. Мои пушки при мне. Странно, почему нет перевеса. И вот я не люблю вот эти вещи, приходится каждый раз их перенастраивать, блин. Ладно. Так, эту на пятерку. Импульсный пистолет. На четверку, кстати, я могу его отремонтить. Только плазменным защитником, да? Но я этого делать не буду.
Так, далее лазерная винтовка на трешечку и плазменный защитник на одиничку. Проверим-ка. Карабином можно чинить. Отлично. Но я пока не буду чинить карабином, потому что вдруг найдется еще чего-нибудь более дешевое, при помощи чего можно будет тоже починить. Ну что ж, полковник Мур, где же вы, где же вы, где же вы? Инфо, карта мира, должно быть, да. Да, именно так. Дамба Гувера. Хорошо, что я там был. Ну хотя, с другой стороны, если бы я там не был, то как бы я познакомился с полковником Мур? Никакой логики в этом нет, значит, обязательно нужно сюда. Ну, в любом случае, нужно сюда, потому что именно здесь мне нужно сдавать квест этот. По-моему, полковник где-то тут поблизости. Так, переключусь-ка я на свою нормальную пушку. Снайперская винтовка, это, конечно, хорошо, но в меру. Пойдемте. Музыка здесь такая, как бы это сказать, настороженная. Вот, пожалуй. Так, я примерно помню сейчас маршрут. В одном из двух мест может оказаться полковник Мур. Либо в какой-то там рекреационной комнате, либо в личном кабинете. Вот. Ну или это, я не знаю, как это назвать, там, кабинет для переговоров, может быть. Мостик, в общем. Здравствуй, Кассандра. Так, Омерта затевала что-то крупное, но мне удалось их остановить. Великолепно. И что они за люди? Ведь жили же в роскоши. Заправляли всем, но нет, что-то начали выдумывать. У нас есть другие проблемы. Пытаясь, насколько позволяет скудные данные, разобраться в делах Омерты, есть мнение, что мистер Хаус планирует что-то крупное, когда начнется битва. Я думаю, он не помогать нам собирается. Поскольку мы не знаем его точных планов, я предпочту ликвидировать угрозу наверняка. Отправляйся к мистеру Хаусу и вынеси его за скобки. Вопросы есть? Что затеял мистер Хаус, как ты думаешь? Ну, первое, что приходит в голову, расширить свои границы. Строить легионы НКР, когда мы истребим друг друга, захватить все. Так, у тебя есть доказательства того, что Хаус поведет двойную игру? Мы знаем, что его секьюри-троны шпионят за силами НКР и за легионом. Интересно. Кроме того, согласно последним данным, у него примерно в четверо больше секретронов, чем мы полагали. И я относительно этому поспособствовал. Он бы так не светился, если бы не был готов действовать. И ни НКР, ни Легион не могут себе позволить. Ничего не могут себе позволить. Поэтому я посылаю тебя. Еще вопросы есть? А смерть Хаоса не вызовет критических последствий для Нью-Вегаса? Может быть, но это не моя проблема. Вегас — отличное место, чтобы провести отпуск, но по сравнению с Дамбой — это допустимая потеря. Военные? Никак нет, мэм, вопросов больше нет. Легион Цезаря изгой, чтоб тебя. Нет, я не хочу так. Мне не нравится, я собирался еще, между прочим, сходить в Легион. До свидания, дамочка. Задание провалено, гаубица. Че, издеваетесь, что ли? Да не, ну это гон. Это просто последствия загрузки на самом деле. Потому что тут все в порядке. Вот оно, кесарево. Все на месте. Джокер, делайте ваши ставки. Давайте-ка посмотрим. Омерта больше не представляет угрозы. Есмену. За республику часть вторая. Узнаете, что задумала Омерта. Ну что ж, наверное, в таком случае кесарево. Получается кесарево. Настал тот момент, когда я все-таки ломанусь к Цезарю для того, чтобы с ним побеседовать. Я не знаю, куда пустят ли меня конкретно до тела Цезаря. Но с кем-то я там наверняка поговорю. Мне хотелось туда прийти с мирными целями. Действительно, хотелось прийти туда с мирными целями и побеседовать. Посмотрим, где у меня там ближайшая местность, которую я посещал, и оттуда и начнем, собственно, продвигаться. Так, карта мира. Сюда. Батенька. Пум-пум-пум-пум-пум. Разграбленная ферма или лагерь старателей.
Наверное, разграбленная ферма. О, пещера Брок. Тоже какое-то, наверное, интересное местечко. Походный лагерь легиона. А может мне тогда в походный лагерь и в пещерку Брок? Итак, друзья, игра у меня повисла при попытке, собственно, телепортироваться туда, куда нужно. Но, к счастью, я являюсь маньяком сохранения, поэтому практически ничего не потеряно. Снова походный лагерь проклятущего легиона. Будем надеяться, что в этот раз попыточка-то окажется успешной. Но... Так, давай. Отлично. И идем в пещеру Брока. Это совсем в другой стороне. Да, во, вот в эту сторону пещера Брок. Я бы вас здесь всех перебил, честное слово, ребят, реально всех бы перебил, проклятые легионеры. А может еще и представится возможность, поэтому не будем раньше времени расстраиваться. Стоп, ну я же где-то уже должен быть. Во, совсем-совсем близко к пещере Брок. Вот она, наверняка ж. Сейчас берем оружие ближнего радиуса. Стоп, кто это вы такие? Так. Кто это у нас там такой, кротокрысик? Так. Опа! В холку. Желающие есть еще? Ну там какая-то, наверное, мелкая кротокрысина. Не стоит даже внимания обращать. Возьмем свою походную пушку. И движемся дальше к пещере Брок, да. Как и задумывалось. Наблюдаем прорисовывающийся Speed 3. Траву по технологии Speed 3. Ну, или, не знаю, называйте как хотите. Вот она, да, пещера? Ага. Ну, где-то, так или иначе, она связана с этим валуном. Пещера Брок. Ну, а где вход? Позвольте поинтересоваться. По кругу придется оббежать. Ай, может сверху? Ну, по крайней мере, сверху стоит посмотреть. Кстати, тут какой-то враг. Это не враг, это кукуруза. А где враг? Пока не ясно. Не, ну правда. Где проклятый вход в пещеру Брок? Сейчас не понял, не, я не успокоюсь, пока не найду. Вот он, наверное, да? О, да. А что внутри пещеры Брок? Мы узнаем уже в следующей серии, да? Да, я сволочь, да. Но только в следующей серии, друзья. Спасибо вам за внимание и до свидания.